Дельфийское пророчество услышав, нисколько не встревожился Нерон. 73 годов страшись, немало времени, чтоб жизнью насладиться, ему лишь 33. Срок немалый Бог отвел Нерону, чтобы упредить, предотвратить далекие угрозы. Сейчас он в Рим вернется, утомленный прекрасным путешествием своим и наслаждениями, что вкушал он в гимназиях, театрах и садах. О вечера ахейских городов, о сладострастия обнаженных тел, так думает Нерон. В Испании же войско в глубокой тайне собирает Гальба, старик 73 годов.